Жители и гости Астаны сегодня смогли отведать баурсаки и наурыз-кожье прямо на улице. Ими угощали участники молодежного ресурсного центра Астана Жастары. Рядом с хан Шатыром установлен микроавтобус, украшенный в стилистике праздника Наурыз, где любой желающий может получить угощение. По словам организаторов, акция проводится для поддержки общего духа праздника. В течение дня волонтеры раздадут 45 килограммов баурсаков и 20 литров наурыз-кожье. Угощая жителей и гостей столицы, мы просто хотим привить чувство патриотизма, поднять народный дух. И также с волонтерами и сотрудниками Астана Жастары мы хотим подарить волну хорошего настроения и позитив в канун такого прекрасного праздника, как Наурыз.